Вот так вот, друзья, внезапно начинается данный видеоролик с открытия 4 пиков команды недели. Как вам новая анимация? Напишите в комментариях. Я до сих пор не понял, нравится она мне или нет. Сначала крестик, потом, чтобы открыть все, треугольник. Можно по одному открывать. Что это? Кто это придумал? Да, какие-нибудь грандиозные пики, может быть, и весело открывать. Но вот эти вот всратые, ну, такое себе. И очередной шикарнейший пик. Окей, пойдет. Фернандо Торрес, Ди Натале, спасибо за службу, но вы мне уже не нужны. А знаете почему? А вот почему, друзья. В СБЧ у нас вышел Абумиянг флешбековский. И у него статы, на секундочку, круче, чем у Фернандо Торреса. А я думаю, что он на 300 тысяч подешевел? Я его купил за миллион, и буквально на следующий день минус 300 тысяч. Я такой, спасибо. Затестируем Абумиянга, но в первую очередь, естественно, друзья, мы будем тестировать Женаля. Всего лишь 3 карточки на рынке. Чуть-чуть подешевел на 500 тысяч. Небольшой спойлер. Если вы смотрели мой последний видеоролик, вы знаете то, что мне 2 раза уже падал, и каждый раз мне что-то в нем не нравилось. Надеюсь, в этот раз все будет круто. Очень забавляли комментарии, знаете, по типу: вот, тебе упал Женаля, потому что ты много донатишь, бла-бла-бла. И таких комментариев штучек 10 было. Я, конечно, охренел от того, насколько люди верят в донат. Пацаны, как человек, который донатит в эту игру каждый год, донат вообще ничего не решает. Донат решает исключительно количество паков, которые вы открываете. Господи, за примером далеко и надо. В прошлом году у меня был аккаунт, где R9 упал в предпросмотре. Он был нулевой аккаунт, на нем отыграно было 0 матчей. Поэтому люди, которые думают, что мне упал Женаля только потому, что я много доначу, ну, алло. Вы либо мало играете в эту игру, либо вы тупо хейтер. Ну и тем более мне Женаля упал в паке 75x3. Это просто крутилка за 11 игроков, алло. Немножко, конечно, пердак у меня сгорел от такого количества комментариев, которые писали, что вот, ты много донатишь, поэтому тебе вот подкрутили. Это так не работает, пацаны. Ладно, мы немножко от темы отвлеклись. Давайте я вас познакомлю со своим составом, которым мы сегодня будем играть. На воротах Куртуа. Пока что не хочу накаркать, но это лучший вратарь, за которого я играл. Справа Замброта. 2 центральных защитника. Рубен Диас. Собрал его в СБЧ, пока не знаю, нравится он мне или нет. Ебанес. Как вы догадываетесь, он будет линковать Аубу. Спойлер, сыгранность будет полная. А на ЛЗ Нуна Товарыш. Отличная карточка. Учитывая, что она халявная, я еще апгрейднул стал. Просто супер. На ПП будем дегустировать новую карточку Диаби. Пейс есть, дриблинг есть, а что еще нужно для фланга? 2 центральных полузащитника. Один из самых лучших типов, за которого я играл в этой части, это Бекхэм. Да, я в минус нормальный такой ушел. Он сейчас уже 800 тысяч стоит. Я 300-400 тысяч въебал. Я знал, на что я шел. Я просто получаю удовольствие. Второй центральный полузащитник 5. Тоже бомба-монстр. Слева Недвид. Решил его тоже затестить, так как я стремлюсь к фулл сыгранности, нужен был кумир. Ну и в атаке, собственно, Женаля и Абуба, которого мы только что собрали. Вот так вот выглядит составчик, выглядит, как вы понимаете, очень сочно. Сейчас я немножко роли подкорректирую и пойдем тестировать. Развлекаться мы будем в третьем дивизионе. И пойдемте найдем нашего первого соперника. Ну и конечно же, друзья, перед тем, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это компания Winline. Ссылочку на мой телеграм вы найдете в описании. Там переходите по закрепу и забирайте бонус от моих партнеров. А если вам нужны монетки, EFC, FIFA поинты, все что душе угодно, мой сайт Panda Store также будет в описании. Так, первый соперник на сегодня. Смотрим на его составчик. Ну, понятное дело, каждый состав будет дешевле моего по умолчанию. Вряд ли у кого-то будет тоже Женаля в составе. Это, конечно, большая ответственность. Каждый раз, когда вы ловите такую карточку, ну, есть небольшой груз ответственности. Типа, ебать, как можно проебать с карточкой за 8 миллионов в составе. Но это не всегда так работает. Если вы часто играете в эту игру, то вы знаете, что состав не всегда решает. Так, кажется, приехали, пацаны. Кажется, все, приехали. Блять. Ну это Адама Траоре, невероятный финишер. 1-0, проигрываем. Кстати, патч какой-то же новый вышел, вроде, если я не ошибаюсь. Что-то должно было измениться в этой игре. Вот, собственно, яркий пример того, что состав вообще ни хера не решает. У него команда в 50 раз дешевле моей, а у меня возит просто только так. Так, Женаля, ну-ка, пауэршот. Блять, не получилось. Получился какой-то полупа. Опа! Давай! Я Бумьянг! Бля, ну как долго он все делал? Ну господи, ну что такое? Так, о, какой пас от Дэвида Бекхэма, да как мне забить, блять, я не понимаю, пацаны. Первый матч я вообще нихера сделать не могу, ну соперник просто катает и катает, катает и, блять, ну я отбираю, блять. Давай, 5, хорошо, дальше. И Женаля, найс, пацаны, забили наконец-таки, 1-1, спасаемся пока что от позора.
Давай. Ага, крутимся. Хорошо. Дальше. Вот, диаби вижу. Блядь, ну я не туда давал. Ладно, похуй. Я буба. Найс, пацаны. Что за комбинации проходят? Я в ахуе. 2-1. Просто без шансов летели и тут закомбэчили пока что. Никогда не сдавайтесь. Я вам всегда об этом говорю. Ой-ой-ой. Вот здесь может быть неприятно. Бля, пизда, двигаю. Да не туда я двинул. 2-2. Вот так вот неприятно. Ой-ой-ой, ебанес. Ну ты в натуре ебанес, я в ахуе. Так легко пропустил. Так, Диаби, тестим пейсуху. Тестим пейсуху. Пейсуха неплохая. Вот так вот, на женаля. Женаля! Пацаны, ну вы понимаете, да? Женаля делает результат пока что. Так. Так. Ой-ой-ой, женаля, блядь. Почему не в дальний, почему в ближний? Бля, ебанес, снова пролетел, ебанес. Нет. Уф, Куртуа. Блядь, 89-е, пацаны, держим. Не давать, блядь. Потеем. Последние минуты, нет. Уф, все. Так, все, пацаны, победили кое-как, еле-еле. Не, ну мы по статистике его переиграли. У соперника 5 ударов, у меня 11. Все по делу, не ебет. Лучший игрок матча Женаля. Дубль, Абумьянг, 1 плюс 1, Бекхэм и Диаби по ассистику. Нормально. Так, у нас Чемпионс доступен. Че, я предлагаю продолжить в отборах. Нужно отборчики проходить. Ванис, Толрой и Смолярик. Ага. Ага, переводики пошли. Братан, это не 24-я часть. Ты пока перевод делаешь, 5000 лет пройдет. Опа, нихера себе. Нормальный привоз от соперника. Женаля. Ой-ой-ой-ой, какой финт имбовый, пацаны, я выучил недавно. Охереть, какой имбовый финт. Так, Бекхэм. Бекхэм. Вот такой забросик. Прекрасный забросик от Бекхэма. Я буба, ну если бы в одно касание ударил. Вот такой вот. Ух, какой Бекхэм красава. Бля, пасы его. Просто что-то невероятное. Дальше вот так вот. Хорошо, Бекс. И снова этот финт. Блять, не прошло на этот раз. Так, Бекс. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. У, женаля! Блять, ну красиво. Вот я играю составом, который, ну, там в 50 раз дороже всех остальных. Но я не чувствую какого-то сильного превосходства. Ну, то есть, индивидуально, да, там игроки, может, и посильнее где-то могут зарешать. Но в этой игре как будто бы ИИ очень сильно помогает. Соответственно, делаем выводы, что состав ваш не сильно будет ролять и приносить результат, если вы такой средний игрок, как я. На! Так, хорошо. 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 Ой-ой-ой, женаля. Бля, ну я заигрываюсь. Я немножко заигрываюсь. За женаля есть такой небольшой момент, если вы могли заметить. Так. Так. Блядь, не туда. Ой, что? Я просто, блядь, на рандоме какой-то фин сделал не туда. И получилось все идеально. Хорошо, 2-0. Ну, к счастью, мы забили. Так, чувствую киков, но сейчас какая-нибудь может пройти. Ну да, 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 конечно. Вот типа вот соперник нихуя не мог сделать. Я забил гол, и у него моментально все идеально прошло. Ну да, Диаби не может убежать от Кабдевилли. Блять, у него там пейс 100 почти. Да, что-то, пацаны, началось, блять. Потное дерьмо какое-то. 77-я, блять, в один мяч всего лишь. Так, Бэкс, ну-ка, хороший пас нужен, хорошо. Так, немножко покрутились. Хорошо, прекрасно. Давай, давай, женаля. Давай. Ну, бля, ну этот Кабдевилла меня в соло ебет. Так, давайте я его повалю. Ну его нахер, блядь. Ценой желтой карточки. Полезная херня. R1 плюс крестик, пацаны, запоминайте. Ё-моё, тихо. Ё-моё. Да, не на последней давай минутку, братан. Да, блядь, ну... Ну что это за отборы, блядь, от нападающих? Классика жанра. Ёба народ. Смотрите, как все идет идеально. Господи, последняя минута. Пожалуйста. Ну, посмотрите, что мне залетает на последней, сука, минуте, блядь. Ну, что мне залетело, блядь? Прям на последней идеальной секунде какая-то хуета залетает. Ну, это пиздец. Расстроенные болельщики уходят со стадиона. Давай, давай, женолечка, забегай. Заходи в штрафную, блядь. Опять этот Кабдевилла, но он заебал мою жизнь. Ну, все, Габелло, кажется. Нет, нормально. Вроде справились без пенальти, я на секундочку испугался. Так, Женоля, забегаешь? Женоля, забегаешь? Женоля забегает! Какой же пас от Дэвида Бекхэма гениальнейший. Вот за что я его люблю. Вот так вот. Ух, ну это было бы красиво. О! Ну! Бля, ты долбоёб, блядь!
габонский. Что это за хуйня, блядь? Золотой финес, блядь, сработал, с метра не забил. Повезло, ничего не скажешь. Забросик от Недвида, хорошо, ага. И еще один забросик, хорошо. И финесиком, прекрасно, женаля, как по нотам, 4-2. Ох, какой пасик от Дэвида Бекхэма, пацаны. Ну все, кажется, соперник поплыл или... О, еще и пенальти, блядь. Соперник наигрался, жопка не выдержала, понимаю. Так, лучший игрок матча женаля, хэт-трик, Диаби гол, Бекхэм ассист, Абуба 2 ассиста, Недвид ассист. Что-то Абуба пока не забивает особо. Так, давайте немножко передохнем от геймплея, откроем один пак за 70 тысяч монет. О, волкаут имеется, пацаны, цапник, Германия, это либо Мусиала, либо Вирц. Это пожор с Мусиалой. Спасибо. Передохнули, едем дальше. Ой, какой составчик у соперника слабенький. Я что-то побаиваюсь таких составов, сказать честно. Да, видимо, я не зря побаиваюсь таких составов. Соперник сразу очень активно начал в атаке. Так, Замброта тут на фланге оказался. Окей, вот так вот делаем, вот так вот делаем. И женаля пауэршотиком вот так вот хуярит. Почти. Так, Дэвид Бекхэм. Вот такой вот наш женаля. Ну, хочется пробить, пацаны. Ну, если хочется, почему бы не пробить, действительно. Так, вот такой забросик на Абубу. Абуба корпус ставит, хорошо. Недвид штрафной. На женаля прошивает. Хорош, красава, 1-0. Ну, найс, бля, женаля травму получил. Как он умудрился, я хрен его знает. У меня в этот момент не было в игре, видимо. Это что такое? Какой нахуй Кунде в атаке? Ты что, приколист? Ёбана рот, это Донован меня заебал в этом матче. Так, ну-ка, домашнюю. Домашнюю, у Бэкса охуенные навесы, я знаю. И он об этом знает. Блять, Кобель, сука, тоже что-то знал. 1-1, пацаны, потеем. А против такого состава, опять же, много раз об этом говорил. Состав вообще нихера не решает. И соперник, конечно же, должен пойти посрать, ладно. Так, ну-ка, крысиную пробуем, пацаны. Крысиная. Опа, крысиная. Женаля, женаля. Женаля крысиную забивает. 2-1. Ну, по-другому не умею просить, пацаны. Лох. С таким составом. Или могу. Или могу немножко по-другому забить, пацаны. Дэвид Бекхэм. Так, давай, 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 давай. Побежали, побежали. Ну это красное удаление. Съебался с поля. О, соперник наигрался, кажется. Я думал, будет сложнее. Так, женаля лучший игрок матча. Дубль. Ассистики у Недвида и у Аубамеянга. Вот так вот. А Уба пока что-то не виден вообще на поле. Может быть, я слишком много внимания акцентирую на Жуналявом, со стороны виднее, поэтому 3 матча, 1 плюс 4, пока что только ассистируют, по большей части. Так, next соперник, Гризман Тюрам. Так, Бекхэм, Бекхэм, забросик, Абуба. Кто сомневался, как говорится, вот я Абуба забил. Так, а чё бы за 5 не ударить? Блять. Почему справа он ударил? Я думал, он слева ёбнет, у него левая рабочая же. Ой, женоля. Но! Хорошо, женоля. Ну вот как так получается? С первыми двумя соперниками мы плюс-минус ровно играли. Третий соперник, ну я прям чувствую, что он изичный. Подбор в отборах, это, конечно, какая-то отдельная шутка. Так, ну-ка, пробуем. Пробуем красоту. Пробуем красоту. Что? Что, блядь, залетело? Я в ахуе. Это автогол. Ну, скажем, респект Женале за попыточку красивого галешника. Ну-ка, Бекхэм. На ударной позиции можно ударить. Ой-ой-ой-ой, ребята, ну это все. Это все, ребята. Соперник выдержит, интересно? Я думал, после такого ливнет. Какой же охуительный Бекхэм, пацаны. Ну это вот прям реально карточка мечты. И бьет, и пасует, и отбирает, и дрибли. Так, ну может быть и финес Абубы ударим? Ну разочек, мы же должны были финес его затестировать. 5-0. Ну, соперник самый слабый из всех трех. Хотя по логике. Тут должен был быть самый сложный соперник. Ну, получается вот так вот, блядь. Еще так отскакивает, пиздец, 6-0. А, это Москву Сити. Может быть, кстати, это мой подписчик. Есть такой пул людей, которые, когда узнают, что играют со мной, они прям до последнего, до талого играют. Херя, лучше пауэршотик вот так вот ударю. Это пиздец, это что за... Что за легендарный тип это Дэвид Бекхэм, блядь, 7-0. Ой. Ой. Ой, пиздец. Ну, это женаля, пацаны, это эффект женаля. Попробуем, попробуем, пацаны, шедевр оформить. Вот так вот делаем.
Бля! Ну все, Джиджи, пацаны, 0-8. Лучший игрок матча. Журналя 2 плюс 1, Бекхэм 2 плюс 1, Абумянг хэт-трик 5 и Замброта по ассисту сделали. Вот так вот. Кстати, с появлением Журналя у меня количество сообщений в PSN не увеличилось. Вот здесь вот мне такие сообщения чувак выписывает, что я там типа еле-еле его обыграл. Тут чувак мне пишет, что у меня папина кредитка, что я дохуя задонатил, play to win. Блять, просто посмотрите количество сообщений, которые он мне написал. Как же у него жопа сгорела. Я ему пишу «Релакс, мэн». Он говорит «Make it a rich». Ну вот, короче, вот такие вот сообщения прилетают. «Pay to lose» тут мне пишут. Ну, я ему ответил «Достойно, плачу и проигрывай». Короче, люди, когда видят меня журналя, наверняка у них, конечно, жопка чуть пригорает, и они мне все больше и больше отписывают. Так, ну что, друзья, финал Champions у нас достигнут. И я всегда, когда делаю 3 победы, отдаю остальные катки. Собственно, и вам, ребята, рекомендую отдавать матчи, потому что там разница в наградах не очень большая. Тут хотя бы кому-то настроение поднимете. О, чел сразу сердечки мне отправил. Вот. Вот это приятная аура в этой игре. Поздравляю, Димарик. Халявная победа. Я не знаю, насколько хорошо я строил у себя актера на протяжении всего ролика, делая вид, как будто бы я не играл за журналя. Но, как вы понимаете, терпения у меня не было. Я за него уже успел поиграть какое-то время. И сейчас вам покажу какие-то невероятные хайлайты. Конкретно в этом ролике почему-то у меня не получилось показать вам каких-то грандиозных баночек. Но все началось еще в Раши. Посмотрите на этот красивый гол, как он тут развалил всех. Это вот как раз таки первые катки, которые я играл. И вот один из первых голешников, который он забил. Просто на чек. Ну, красота же. Вот здесь вот тоже не менее красивый гол залетел. На, сходу, как он дал своим белым пауэршотиком. Так, здесь что? Здесь тоже он на финтике очень круто прошелся и забил. Кстати, вот прошу отметить, насколько все-таки юркая и ловкая моделька. Тут еще один пауэршотик, кстати. Вот такие вот матчи я играл, пацаны. 4-4, у меня 17 ударов, у соперника 5 ударов. Спасибо, что хотя бы ничейка. А вот что-то подобное вы вообще когда-то видели? Не знаю, вот в голову такая вот мысль пришла забить вот таким вот голешниками. Он забил. Далее я вам показываю еще один такой околосольный проход. Чисто за счет финтов и движений. На нахер. Вот здесь вот обидная красота такая могла залететь. Но, к сожалению, перекладина. Мяч отскакивает к журналя. Он бьет еще раз и опять штанга. Ну, не повезло. На чек еще один красивый голешник. Вот за счет этого финта. Если кто спросит, как этот финт делается, L1 вверх-вправо. И там уже в зависимости от движения он крутится. Нигде ничего не подсматривал. Просто сам нашел этот финт. И он оказался лютой имбой. Посмотрите, как легко можно на одном движении уходить. Я, честно, не знаю, есть ли талант акробата у журналя. Но, смотрите, и здесь какую красоту он забивает. Вообще, когда-нибудь такие голы видели, блин? Я просто забивал и охреневал от того, что залетает. Ну и, наверное, мой самый красивый гол пока что за журналя. Это вот мой такой классический ебанутый розыгрыш углового. На грудь принял и на! Как же красиво, как же красиво. Блин, вот жаль, что конкретно в сегодняшнем ролике не было каких-то таких сумасшедших голешников. Так, вот так вот. Я все пытался в ролике забить, но вне видоса я это сделал. Ну и еще один такой красивый финтюшник получился вот здесь вот у журналя. И, собственно, как вы можете видеть, по аналитике его голешников, карточка мне понравилась. Наконец-таки, друзья, у нас с ним пока что очень и очень хороший коннект. 43 матча, 59 плюс 16. Ну, все катки в третьем диве, в отборах, без всяких скуад батлсов. И, как вы можете заметить, эта карта реально топ. Кстати, у него акробатики нет при этом. Вы сами видели, какие акробатические движения он умеет делать. Я в дичайшем восторге. Есть, конечно, небольшой вопросик, стоит ли эта карта 7-8 миллионов. Скажу так, ни одна карта в этой игре не стоит 7-8 миллионов. Это как с одеждой. Вы можете купить себе какую-нибудь теплую куртку, там, я не знаю, 1000 за 15, которая будет ничуть не хуже, чем куртка, там, не знаю, от Gucci за 300 тысяч. Да, выебнутся понты какие-то. Продемонстрировать можно, но в целом, там, я не знаю, условно скажем, там, не знаю, тот же Кантана, мне кажется, будет играть не хуже, чем журналя. Абуба 4-4-4. Красивые циферки. Недвид за 4 матча 3 ассиста сделал. Ну, как фланговый игрок, вполне себе, почему бы нет. Диаби 1 плюс 1, чуточку поскромнее. По защитке все хорошо. Единственный вот ебанес, да, он немножко ебанес был в моменте. Но в целом состав боевой. Ну и полузащита тоже хорошая. 5 плюс Бекхэм. Бекхэм это прям вообще вот любовь-любовь. Вот ни чуточки не жалею. Даже с учетом того, что я въебал тут 300-400 монет. В потенциальном будущем, возможно, и еще больше. Ну, слушайте, я как будто бы, знаете,
знаете, даже не наигрался. Пойдемте еще один матч сыграем в Rivals. Вот так вот, внезапно. Вы думали, видос закончился, а нихера. Сейчас еще одну каточку сыграем. Не знаю, ролик опять на полчаса получится, наверное, но наверняка есть любители такого артхаусного контента. Так, я вижу у соперника Вьера в центре поля, ничего себе. Откуда он, интересно, его взял? Ой-ой, тогда я привез себе, пацаны. Ох, пауэршотик и Куртуа хорош. Так, в этом матче цель забить красоту за Женаля. Вот что-то вот такое хочется за Женаля прям забить. Я как понял, у него есть какой-то скрытый талант акробатики, поэтому... Вот, вот оно, ребята. Но! Блять, очень близко к шедевру. Так, вот такой вот на Абубу, Абуба, Абуба. Вот такой забросик. И Женаля, ууу. Ну, не скажешь, что это прям супер красиво, но что-то в этом есть. Так, ух, Бэкс, хороший, хороший. Вот так вот. И Женаля, блядь, ну вот попади сейчас в створ. Вот оно. Блядь, ну Женаля. Ну, блядь, ну тут Гаву с отборами 99 летит. Фу, Куртуа хорош. Так, где Женолечка? Блядь, ну я вообще не это хотел. Ладно. На! Да, блядь, ты заебёшь, Терштегин. Так. На! Блядь, я пытаюсь, пацаны, я пытаюсь. Ого, красиво, красиво. Ух, Куртуа. Я вам базарю, пацаны, Куртуа очень сильный. Ой-ой-ой, вот оно, ребята. А, это не фол, то есть вот так вот девчонка меня пополам там сломала, блядь. Так, ну вот, я чувствую, вот здесь вот можно. Да хватит пиздить моего Женаля, судье вообще похуй, что ли. Так, 91-е, друзья. Пока я тут рофлил, пытаясь забить красивый гол, соперник подходит к моим воротам. Да, к сожалению, не получилось прям какую-то ультра-красоту забить, но опять же, в предыдущей нарезке вы и так все сами видели. Так, у нас тут вышли крутилки 2.84, давайте их откроем. Так, тут есть олкаут, это уже удача. Это Ренард вроде, да. Я просто отдал 3.84, а тут хотя бы рейтинг вернули. Так, ну и второй. Опять волкаут. Это Сомер. Я уже читаю по модельке. Ну, слушайте, неплохой обмен. Еще 85-го дали. Ну что, друзья, теперь-то точно все. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Любители геймплея, опять же, жду от вас активности. Пишите в комментариях, что думаете по поводу моего составчика. Опять же, я пока в восторге от этой карточки, учитывая, как у меня плохо отношения с ним складывались в предыдущих версиях, я прям очень доволен. Ну и хотел бы я на этом сказать, что у меня все, но по традиции после основного видеоролика чуть-чуть будет FIFA Mobile, поэтому, любители, дождитесь, там промо золотого мяча вышло. Кстати, на чек, какие карточки там сочные повыходили, я прям в ахере. Пишите свои комменты, свои мнения по данному видеоролику, если он вам понравился, Лукас, коммент, любители геймплея. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Пандус Фиксович. Чао, какао. Чё, друзья, у нас в мобилке грандиозный контент вышел. Промо золотого мяча. В полной версии у нас промо заключалось лишь в том, что вы играли арендованными карточками, а тут уже вы можете поиграть с полноценной версией. Мой составчик не изменился. Я не помню, показывал я вам в прошлом видеоролике или нет. Драгба прикупил себе 108-го, Ван Двена прикупил, общий рейтинг 107, но если что-нибудь на страйкеры дропнется, то продам Драгба и поставлю того, кто дропнется, но это не точно. Так, пакетики, пакетики, ну давайте начнем. 99+, карта золотого мяча, давайте посмотрим, кто у нас выйдет. Ух, какая анимация прикольная, Италия, ЦП, икона, сразу же Пирло. Вот это неожиданно, слушайте, ребята. 104 рейтинг сразу же поймал, охренеть. В паке 99+. Вау, прикольдесно. Не, ну Пирло это по-любому основа, понятное дело. Но вместо кого? Блять, мне Маркизио только недавно упал, я Маркизио качал. Можно простую 4-3-3 сделать. А, получается, Гути посадить на замену. Давайте еще один откроем за 500 поинтов. Давайте смотреть на флаги. Хорватия. ЛЗ это Гвардиол. Не знаю, какой там рейтинг. Соточка. Ну, тут, наверное, нет. В основу не попадет. У меня там минимальный рейтинг 101. Давайте еще один за 500 откроем. Флаги. Сербия нападающий. Ювентус Влахович, наверное. Соточка тоже. Так, ну получается, с Пирло мне повезло, потому что я его вытащил в паке 99+.
Так, ну и самый грандиозный пак получается. 2000 поинтов, тут 101 рейтинг, сразу два игрока. Так, Португалия, ЦП. Блять, куда этих ЦПшников мне ставить, блять? Блять, ну эти ЦПшники, 102. Бля, ну с Пирло мне реально получается повезло, потому что дальше вот что падает. Бралин 101, неинтересно. Так, надо бы звездный абонемент себе приобрести. Тут можно будет Ривалдо заловить. Так, ну а я что, пойду сейчас, наверное, гамать, пытаться какие-то заданки повыполнять и буду думать, что делать с Пирло. Ну, конечно же, я его прокачаю, наверное, в первую очередь. Потом буду думать, в какой схеме вообще поигрывать, блядь. Конечно, ЦПшниками они меня закидывают в последнее время. Чолхануглу, Маркизио, теперь Пирло. То есть последние самые топовые игроки, которые мне падали, это именно ЦПшники. Так, все, до 107-го сейчас прокачаем даже. Пирло сразу, вот так вот. Красота, красота.